Развитие совместных проектов с Китаем у нас осуществляется достаточно давно, лет 8 на моей памяти. Может быть, я что-то забыл, может быть, еще дальше, но 8 это уж лет точно. Что касается Вьетнама и Востока в целом, мы стараемся сотрудничать со всеми. Если Запад ведет против нас экономическую войну на уничтожение, как говорят их политики, они открыто говорят, что задача санкций – это уничтожить Россию. А мы хотим сотрудничать с Западом, но у нас не получается сотрудничать с Западом, потому что Запад хочет нас уничтожить. Когда они похмелятся и оклемаются, мы будем дружить и с ними. Но пока с ними дружить невозможно, потому что они невменяемы. Значит, мы будем дружить с Востоком, потому что там люди разумны. Да? Люди на Востоке не нарушают своих обязательств, как французы. Они не рассказывают о том, как они будут убивать нашего президента, как американцы. Они не кричат о том, что нацизм — это хорошо, как немцы, французы и поляки, и не организуют нацистских переворотов. Мы сотрудничаем с теми, с кем это возможно сотрудничать.